Улицу Победы от Кирова до Гагарина комплексно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приводят в порядок тротуары, устанавливают новые бордюры. Дорогу, а это более 3 километров, асфальтируют в 2 слоя. Сейчас на последнем отрезке от Нововокзальной укатывают выравнивающий слой. Параллельно делают парковочные карманы. По всей Победе их площадь составит 7000 квадратных метров. 4000 из них отведены под новые парковки. Их делают специально рядом с магазинами и объектами социальной сферы. По этому поводу было принято решение об увеличении парковочных мест по мере технической возможности, чтобы населению нашего города было удобно оставлять свои транспортные средства в предназначенных для этого местах. Работы, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, ведутся в достаточно хорошем темпе. Я думаю, что работы по ремонту всего объекта будут закончены в текущем году в соответствии с графиком. Оставлять машины на парковках можно уже сейчас. Нижний слой асфальта выдержит нагрузку, рассказали строители. Автолюбители и владельцы местных магазинов рады, что теперь есть возможность цивилизованно припарковаться, не загромождая дорогу. Получается, у нас 3-полосное движение, и большое количество магазинов у нас расположено по этой улице. И, то есть, у нас автомобили, получается, останавливаются 2-3 ряда и, получается, мешают основному движению. Поэтому тут эти карманы тоже непосредственно нужны. Все работы ведутся круглосуточно. Ночью занимаются проезжей частью, чтобы не мешать движению автомобилей и общественного транспорта. Днем принимаются за парковки, примыкания, тротуары и бордюры. Человек с флажком – это часть обеспечения безопасности участников дорожного движения и пешеходов, соответственно. Чтобы, не дай бог, как при выезде строительной техники на основной ход машина попала в ДТП и не создала пробку и неудобства жителям нашего города. На следующей неделе на Победе завершится укладка верхнего слоя асфальта и начнется дальнейшее благоустройство улицы. Установка пешеходных ограждений, знаков дорожного движения, нанесение разметки. В прошлом году по такой же схеме отремонтировали Победу на отрезке от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Этот участок, а затем и вновь отремонтированный, будет 3 года содержать подрядная организация, которая приводит в порядок улицу Победы. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.